Аллилуйя! Аллилуйя! Я приветствую всех вас могущественным именем Иисуса Христа и сладостным общением Святого Духа. Большинство людей, которые приходят в церковь сегодня, так же, как и мы, приходят в церковь, потому что в определенной сфере их жизни есть проблемы. Я имею в виду, что у кого-то могут быть проблемы с финансами, ему нужен прорыв. Он говорит: «Почему я сижу дома? Я лучше пойду в церковь и помолюсь Богу, чтобы Он дал мне прорыв». Кто-то другой, возможно, столкнулся с проблемой со здоровьем. «Отпустите меня в церковь, может быть, Бог меня исцелит». У другого человека может быть семейная проблема. И он приходит в церковь со словами: «Может быть, Бог изменит ситуацию, и я наконец-то буду в хороших отношениях с мужем, с женой, и снова приведу в порядок всю свою семью». Некоторые люди имеют дело с эмоциональными проблемами и плохо себя чувствуют. У него негативные мысли, его искушает дьявол, и он нуждается в свободе. Большинство людей, которые сегодня приходят в церковь, приходят потому, что сталкиваются с проблемой в определенной сфере своей жизни. Что вы делаете, когда у вас проблемы с телом? Вы идете в больницу, к врачу, чтобы вас обследовали и выяснили, в чем ваша проблема. Что вы будете делать, если у вашей машины возникнут проблемы? Вы молитесь об этом и говорите: «Господь, заставь мою машину снова работать». Вы отнесете свою машину к механику, чтобы он ее отремонтировал. Что вы делаете, если у вас дома проблемы с водопроводом? Что вы делаете? Вы вызываете сантехника. Вы говорите ему: «У нас проблемы, трубы сломаны. Пожалуйста, приходите, помогите нам. Пожалуйста, поторопитесь, потому что вода затопила весь дом». Точно так же, когда вы сталкиваетесь с духовной проблемой, пора обратиться к вашему Создателю, пора идти к Иисусу Христу. И на этом мы перейдем к названию сегодняшнего сообщения, которое гласит: «Вам нужно духовное восстановление». Пусть кто-нибудь скажет своему соседу: «Тебе нужен духовный ремонт». Скажи другому человеку рядом с тобой: «Вам нужен духовный ремонт». Аминь. Все мы нуждаемся в духовном восстановлении. Именно поэтому мы здесь сегодня. Мы будем читать книгу Ефесянам, 4 глава, с 25 по 32 стих. Мы все здесь? Книга Ефесянам, 4 глава, 25-32. Я читаю. «Поэтому каждый из вас должен отвергнуть ложь и говорить истину своим ближним, потому что все мы члены одного тела». 26. «В гневе твоем не греши. Не позволяй солнцу зайти, пока ты еще гневаешься». 27. «И не давай дьяволу опоры».
28. «Всякий, кто воровал, не должен больше воровать, а должен работать, делая что-то полезное своими руками, чтобы им было чем поделиться с нуждающимися». 29. «Не позволяйте чужим разговорам выходить из ваших уст, но только то, что полезно для созидания других в соответствии с их потребностями, чтобы это могло принести пользу тем, кто их слушает». 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления». 31. «Избавьтесь от всякой горечи, гнева, ссоры, клеветы, а также от всякой злобы». 32. «Будьте добры и сострадательны друг другу, прощая друг друга, как Бог во Христе простил вас». 33. «Пусть кто-нибудь скажет, мне нужно духовное восстановление». «Пусть кто-нибудь скажет, что мне нужно духовное восстановление». Многие из нас были верующим уже много лет. Мы отдали свои сердца Иисусу Христу 10 или 20 лет, 30 лет. Некоторые из нас даже родились в церкви, мы выросли. Слушая Слово Божье, обучаясь учениям Бога. Тем не менее, когда дело доходит до практики, применение Слова Божьего, многим из нас трудно применять Слово Божье. Что я имею в виду? Мы читаем в Слове Божьем, что не должны грешить в гневе. Но многим из нас, когда мы сердимся, милость к тем, кто рядом с нами. Когда мы злимся, нам все равно, как мы говорим, мы готовы драться. Вместо того, чтобы благословлять других, мы проклинаем друг друга. Мы говорим: «Бог накажет вас, Бог вас рассудит». Мы также используем стихи. Часто мы не переносим плохого обращения, настолько, что мы готовы извергнуться, как вулкан, из-за несправедливости. Слово Божье говорит, что мы не должны оставлять солнце садиться, если вы не примирились со своим братом. Но сколько из нас сегодня, когда мы знаем, что есть проблема с нашим братом, нашей сестрой, нашим соседом, нашим родственником, с нашим коллегой по работе, существует проблема. Мы не только позволяем солнцу зайти, но и пропускаем дни, недели, годы, не заботясь о наших делах с другими людьми. Когда мы говорим о прощении, мы читаем: «Прощай друг друга, как во Христе Бог простил вас». Что это значит? Это означает, что вам нужно прощать, потому что вам нужно быть прощенным. Скажи соседу: «Тебе нужно прощать, потому что тебе нужно быть прощенным». Аллилуйя! Это стихи, которые мы слышали, мы читали тысячи раз. Тем не менее, когда дело доходит до применения, становится очень сложно. Это потому, что мы думаем с точки зрения праведника.
Почему я должен прощать его? В конце концов, я не был неправ. Он должен сожалеть, а не я об этом сожалеть. Я ничего не сделал против него. Это он сделал что-то против меня. Почему я должен прощать, если он не подошел ко мне, чтобы извиниться? Мы приводим аргументы праведника, в то время как Слово Божье ясно заявляет, что никто не праведен сам по себе. Разве это не так? Только Бог праведен. И если вы попросите Господа вершить правосудие, чтобы Он пришел и осудил ваши разногласия с другими людьми, я очень боюсь, что вас тоже сочтут виноватым, и вы окажетесь неправым. Таким образом, многие из нас допускают горе в своих сердцах. Мы допускаем непрощение, гнев, боль прошлого. И они продолжают причинять нам боль. Таким образом, наше сердце, а под сердцем я имею в виду наш дух, нуждается в духовном ремонте. Скажи человеку рядом с вами, вам нужен духовный ремонт. Точно так же, как физическая проблема со здоровьем вашей ноги требует физического ремонта, так и проблема с вашим сердцем, ваш дух, требует духовного восстановления. Духовный ущерб требует духовного восстановления. Скажи соседу, духовный ущерб требует духовного восстановления. Скажи человеку рядом с вами, духовный ущерб требует, требует духовного восстановления. Механические повреждения, то есть, например, повреждения двигателя вашего автомобиля, требуют механического ремонта. Ваш деревянный стол, пришедший в негодность, требует ремонт столярных изделий. Точно так же духовный ущерб требует духовного восстановления. Итак, многие из нас, большинство из нас, понесли духовный ущерб. Наше сердце ранено, наше сердце горечь и горько. Наше сердце полно гнева и гнева за нашего ближнего, нашего брата или сестру. Боль прошлого наносит душевный урон нашим сердцам. А мы сказали, что духовный ущерб требует чего? Духовное исправление. Требуется духовный ремонт. Итак, нам нужен духовный ремонт. И как мы можем духовно восстановить свое сердце, свой дух? Выпустив прощение. Пусть кто-нибудь скажет, выпустив прощение. Пусть кто-нибудь скажет, высвобождая прощение. Многие из нас задаются вопросом. Но почему? Я прав. Почему я должен извиняться? Почему я должен извиняться? Можно задаться вопросом, почему? Вам нужно прощать, потому что вам нужно быть прощенным. Вот почему.
Слово Божье говорит, что если вы не прощаете ошибок, грехов других людей против вас, то ваш Небесный Отец не простит ваши собственные грехи. Есть ли среди нас кто-нибудь без греха? Есть ли здесь кто-нибудь, кто не совершил никаких проступков, ошибок, грехов? Было ли это перед Богом или перед людьми? Есть ли среди нас такой человек? Есть ли кто-то, кто говорит, у меня нет греха? Библия говорит, что такой человек лжец, и истины нет в нем. Это то, что говорит Слово Божье. Это не говорю это. Кто говорит, что у них нет греха, тот лжец, и правды нет в них. Так как же вы? Кто виноват? Кто согрешил и каждый день просит у Бога милости и благосклонности, говоря, «Господи, прости меня, Господи, помилуй меня». Как может вам такой трудно простить ближнего, который обидел вас, вашего мужа, который согрешил против вас? Вашу жену, которая согрешила против вас, простить ваших детей, которые обидели вас. Как тебе это тяжело? А потом вы приходите к Богу, говорите, «Господи, прости меня». Бог не слышит такой молитвы. Я сказал, что Бог не слышит таких молитв типа «Господи, прости меня», когда тебе трудно простить. Слово Божье сегодня поможет нам исправить наше сердце, наш дух. Аминь. Аллилуйя. Пусть кто-нибудь скажет, мне нужен духовный ремонт. Пусть кто-нибудь скажет, мне нужен духовный ремонт. Видите ли, кормление горечью, непрощением, гневом, болью прошлого, правы вы или неправы, вредит вашему сердцу. Я скажу это еще раз. Уход за горечью, непрощением, гневом, болью прошлого, правы вы или неправы, вредит вашему сердцу. Мы читали заявление на пачках сигарет. Там написано, курение серьезно вредит вашему здоровью. Разве так не читается? Что ж, горечь, непрощение, гнев и боль прошлого серьезно повредили вашему сердцу. Обратите внимание, что в Слове Божьем конкретно не упоминается случай, в котором вы правы. В нем не говорится, что когда ничто не может вас коснуться. Нет, об этом не говорится. Итак, правы вы или не правы, поскольку вы лелеете обиду, непрощение, вам трудно прощать. Вы не можете простить, вы говорите, за то, что этот человек сделал со мной, я не хочу когда-либо встречаться. Я снова даже на небесах не хочу. Будьте осторожны, чтобы не оказаться вне небес из-за вашего непрощения, потому что все это горечь, непрощение, гнев, боль прошлого. Все эти вещи, которые вы храните в своем сердце, серьезно повреждаете ваше сердце, серьезно вредит вашей духовной жизни. Они могут однажды лишить вас вечной жизни. Они могут лишить вас небес.
Если ты надеешься однажды спастись, скажи соседу: «Кормящая горечь». Я не слышу, как вы говорите: «Кормящая горечь», «Непрощение», «Гнев», «Боль прошлого». Правы вы или неправы, вредит вашему сердцу.